Всем привет! Как дела? Нормально. У нас все еще снег лежит. Кстати, всем привет! Вчера был такой дождь. Кстати, ребят, у нас, знаете что? У нас локдаун по стране, по Швейцарии, а? Сейчас. У нас закрыли все торговые центры, оставили только продуктовые магазины. Все остальное закрыто. Все, все торговые центры с игрушками, с одеждой, с мебелью, вообще никаких. Через интернет можно заказывать, но магазины все закрыты. Вот, все рестораны, кафешки, все закрыто. Только за продуктами будем ездить. Вы меня просили снять на мой канал, чтобы я закупалась косметикой. Да, не получится. Не получится. Облом. Маргарита хотела снять видео про челлендж, в общем, покупаю косметику по алфавиту. Ей подписчики идею дали. И тут у нас закрываются все магазины, поэтому не получится снять никаких покупок до, получается, до весны до самой, да? В общем, к весне там видно будет. До самой весны будет все закрыто, да. У меня здесь рыбные палочки приготовились. Маргарита, вытащи, пожалуйста. Это не рыбные, это крабовые. Это крабовые палочки. Это рыбные палочки, ты чего? Ты что делаешь? Не трогай щетку мою. Это моя щетка. У меня сегодня была фотосессия. Пока дети были в школе, я ходила в лес и фотографировалась. Потому что с вами никогда ничего не получается, вы мешаете. Поэтому сегодня утром, пока дети все в школе были, мы сходили и сделали классные, красивые снимки. Теперь же сын? Да. Угу. В общем, потом в Инстаграм у меня посмотрите. Кто не знает мой Инстаграм, ссылочку ставим в описании. Мой Инстаграм! И твой Инстаграм, и Маргарита Инстаграм, и мой Инстаграм. Давай будем кушать. Сейчас пойдут в школу опять. Кстати, мы не снимали субботу и воскресенье, потому что были гости у нас. Поэтому вы уже знаете, когда у нас гости, мы не снимаем. Влоги. Чтобы никого не напрягать нашей камерой. Ну, хватит драться. Пожалуйста, почти 6000 кубков. 6000 кубков? Да. Вон там твой телефон в тумбочке лежит. Пожалуйста, возьми. Я его уже... Она так показывает, как она вчера на сноуборде каталась. Она вчера первый раз встала на сноуборд. Как она вчера упала на попу. Не один раз. Да, и то мы поехали... Ой, то есть поехали. Мы пошли возле школы кататься, потому что там... Такой склон маленький, небольшой. Можем сегодня еще раз пойти. Знаешь что? Проблема в том, что тебя нужно поднимать потом туда. Ты-то спускаешься, а потом тебя нужно поднимать. Можем, но нам нужна очень длинная веревка. А у меня нет веревки. Нужно чтобы тебя потом за веревку дотянуть. Нет, там уже есть деревья, но... можно за деревья. А у нас такой веревки нет. Ты можешь... Нет, у нас веревки нет. Ты давно эту толстовку не носила? Да, кстати. Я вообще забыла. Так, Маргарита учит мне это французский. Коме. Ну-ка, давай покажи свои это владения французским. Коме. Умеешь разговаривать? Угу. Как сказать, как дела? Это мы не учили. Не учили? Привет, как дела? Обычно сразу учат. Прилюжну твад. Прилюжну гош. Каролина собирается в школу. Девчонки тоже, давайте. А, вам еще рано. Это сейчас папа повезет Каролину, да? Каролин, шапочка, где твоя? Тебя заберет тата. Хорошо? С бабушкой. Все, будешь ждать, как всегда, возле школы, поняла? Папа тебя сейчас отвезет, а потом тата заберет. Кстати, ребята, у Маргариты заметили, она ногти ведь сняла. Спилили мы ей ногти. Вот, видите, у нее ногти как уже немножко отросли. Вот, но они немножечко мягенькие такие пока что. Но потом окрепнут. Так что вот так вот. Маргарита больше не делает себе наращивание. Потому что все-таки нежелательно в таком возрасте ногти себе портить. Чуть постарше будешь, там уже можно делать покрытие гелевое. Не обязательно наращивать, но просто... Ты будешь кататься потом еще что-то? Или будете в снежки играть? Пока, мам. Два. Все, пока. Ты до трех? Да. Давайте. Пока. Вот так вот она здесь уроки делает. Кто спрашивал?
А как она делает уроки, а почему она убрала свой стол письменный? Вот так делает. В принципе, ей много-то не задают, чтобы сидеть, как мы раньше делали уроки. Нам, знаешь, сразу и русский, и математика, там, и вот. Физика, и химия, и география, все сразу. Это нет, она тест. Вот так сядет. Тест? Вот. Так, какому? По математике. Мам. Сколько получила? Завтра будем ставить. Все, телефон. Нет! Да, я сказала телефон. Я тебе говорила, за плохую оценку телефон будешь убирать. Вот сегодня, например, ей задали вот этот стих. Да это что такое, стих или рассказ? Или что такое? Стишок? Не знаю. Стишок учить задали. Вот и все. И больше ничего не задали. Только стих. А мне ничего. Поэтому ей стол, в принципе, не нужен. Видите, он теперь у нее просторненько так здесь. Все это ничего не мешает. Так, ребята, меня Ксюша пригласила поиграть с ней. На ее канал в Among Us. Будем сегодня играть? Тебе показать, как ты играть? Ты мне должна показать, я не знаю, как играть. Как? В общем, сегодня чуть попозже, сейчас сколько время? Где-то, ну, ближе к вечеру. Часиков так в 6, да? Мы с ней поиграем. Ой, это что такое? Ты уже поела, у нее этот, бурчит живот. В общем, мы сегодня будем играть. Я теперь должна исправить по математике ошибки калькулятором. Вот я написала контрольную. Не нужно исправить ошибки. Мне не так уж и много ошибок, мама. Смотри. За плохие оценки буду забирать телефон. Нечего. Чтоб боялись плохие оценки получать. Нет. Да. Все, телефон забираю. Нет. Маргарита, так нечестно. Ну, правда же? Как у вас, ребят? Родители забирают телефон за плохую оценку? Где-то 100 раз, блин, не знаю, сколько раз я... Вот когда оценку исправишь, тогда будешь. Да. Ксюш, зачем ты разбираешь свою клавиатуру? Это вот смотрите, круто. Что она делает. Круто. Ты с ней, может, спать будешь? Да. Она, значит, вытаскивает кнопочки все, а потом обратно их вставляет. И кайфует от этого. Вот от этого звона. Она вот уже который раз уже вытаскиваешь? Третий. Третий? Угу. Третий раз она уже разбирает свою клавиатуру. Вот прикол, а? И потом собирать обратно. Смотри, не запутай. Все кнопочки. Куда нам опилки высыпать? У меня пакеты закончились для мусора. Два пакетика маленьких и туда в компост. Выкинуть и все. Она уже этот банан весь раздербанила. Он на банан похож, я его бананом называю. Что ты хочешь? Тебе что? Что тебе здесь надо? Жучки ползают? Ага. Надо купить, знаешь, вот этот вот шарик? Мячик, ага. Который внутрь положишь хомячка. А я еще бойко, потому что не могу. А я в своем магазине не встречала, между прочим, такие мячики. Надо через интернет, наверное, да? Угу. Будешь помогать? Жучков сразу выкидываем. Вот она, девочка моя. Привет. Иди ко мне, моя хорошая. Иди ко мне, иди. Иди ко мне, Кики. Кики. Вот она, привет. Привет, хорошая. Привет. Привет, мы за тобой пришли. Видите, как она не боится. Вот она. Мы тебе хотим... Так, мне ее некуда. Мне нужна коробка. Только лапки приподнимает, прикольно. Такий домик. Опаля. Все. Готово. Все, тут уже все чистенькое, новенькое. Там, видишь, его просто немножко пониже я поставила, чтобы он не это. Вот, пошла она проверять. Перестановочка.
Да, сейчас она посмотрит, что где. Вот сюда она будет подниматься на домик. Ой, и кушать свою вкусняшку. Тут так столько пыли, топилок. Сейчас она проверит, посмотрит, что у нее тут. Вот тут бревнышко такое. Поилочка. Все как положено. Все проверила. Побегай, побегай. Так, я сейчас буду готовить ужин. Хочу сделать грудку индюшки в паровом ящике. В духовке, в паровой духовке. Так, я хочу сделать грудку индюшки. Так, сейчас я еще замариную и буду готовить в паровой духовке. Бонни тут, как всегда. Так, и у нас здесь есть макарошки. Остались с обеда. Так, специи у меня сухой чеснок. Это перчик тоже сушеный. Невкусный. Вкусный. Я думала, что это паприка. Ну, это паприка. Нет. Как это? Вот паприка написано. Это как на чипсах. А это нет. Это тоже паприка, как на чипсах. Ну, это нет, у чипсов другая. Так, и вот такие вот специи. Сейчас мы посыпем. А я тоже буду сыпать. Давай, сыпай. Сыпь. Вот. И я немножечко залью потом сливками и в духовку. Завтра у нас поход за продуктами. Видите, холодильник почти пустой. Продуктов нет почти. Так, и сейчас у меня здесь немножко... Мама, совсем! Я думала, у меня хоть есть чуть-чуть. Нету! Почему я убрала это в холодильник, если здесь ничего нет? Странно. И вот так вот. То есть не лопатку, а что это такое? Клешня какая-то. В общем, и вот так вот все перемешиваешь хорошенько. Я думала, у меня сливки есть. Мне нравится сливками заливать. Ну, почему сливки? Ну, она более такой сочный получается. Не, нормально, да, вот так возьми, перемешивай. Кетчуп. Я немножко майонеза добавила. Можно? Чуть-чуть можно. Сырое. Чуть-чуть. Так, все. Теперь мы убираем это в духовку. Все, Ксюш, ты чего? Убираем. До свидания. Увидимся. Скоро. Так, все, пищит, значит, готово. Ну что? Опа. Так, тут откуда-то почему-то жидкости столько. Интересно. Водичку я вообще не добавляла. Смотрите, сколько. Все, приятного аппетита. Спасибо. Ужинать время 8 часов. Быстренько кушаем. С Ксюшей снимаю видео, совсем забыла. Поиграем полчасика, да? Нам же хватит полчасика поиграть. Поиграем с ней в Among Us и спать. И спатеньки всем. Папа у нас в ночь работает, поэтому без папы сегодня. Пока он приедет, вы уже должны спать. Уроки все сделали? Молодцы. Все, мы будем спать. Приятного нам аппетита. Маргарита, ты порезалась? Вот так вот она кетчуп поела. Пожалуйста. Сейчас. Все, ребята, мы поиграли с Ксюшей, только закончили. Вот у нас тут наша камера. Тут я сидела. И мы очень круто поиграли, поэтому обязательно посмотрите, не пропустите это видео. Было прикольно. Мне понравилось. Если Ксюша еще пригласит, обязательно поиграю. Так, ладно, сейчас, девочки и мальчики, время сколько? А? 9. Спать! Все, 9:30? Да. 6 лет, 7 лет. 8 да, но качество я не знаю какое. Хорошее. Если одежда недорогая. Здесь все, да, здесь все. Ой, вот это прикольное с бабочками где-то. Да. Это тоже. Юбка. Да. И кофта. Ну попробуй что-нибудь закажи, посмотреть по качеству. Мы можем. Девочки, мальчики, ложимся спать. Завтра рано вставать. Да. Макс, Каролина. Все, убираем телефоны, выключаем телевизор и идем спать. Летел. Кстати, где Бонни? Выгули Бонни. Я ее уже выгуливала. Выгулила, молодец. Сегодня день пролетел прямо это мгновенно. Так, завтра. Завтра у девчонок в планах. Я не знаю, говорила я или не говорила, но завтра у девчонок в планах сделать перестановку у Ксюши в комнате. По-моему, я говорила. Завтра Ксюша будет делать у себя перестановку. Этот канал будет... Ой, это видео будет сниматься на канал Сестрички Лайф. Поэтому ждите. На этой неделе, скорее всего, выйдет. Потому что очень просили, чтобы Ксюша тоже сделала перестановку. Раз у Маргариты перестановка, значит, у Ксюши тоже перестановка. Да, Ксюш? Завтра будет влог опять. А сейчас спать. Все, давайте.
Чуть угол не сшибло. Смотрите, какой они домик построили. Кто там живет? Никого нет? А зачем ты построили? Построили домик, а там нет никого. Эй! Я, это мой. Твой? Все, идем спать. Твой домик. Завтра будете домик строить. Сегодня спать. Кто там? Это Бонни. Это Бонни. Бонтик. Кто там? Бонни. Это я Давай, порычи, порычи. Специально для вас. Вот такая злая собака. А? Мама, смотри! А что ты в этой толстовке ходишь? Ты в школу в ней пойдешь, что ли? В школу? Завтра? Мама, с какой курткой мне можно пойти завтра? С любой. С черной. Угу. Так, все, спокойной ночи. Всем пока. Давай. Все. Пока. Пока. Давай, свет включай, спать. Все. И кису, и собачку, и хомячка, и черепашку, и акулу, и носорога, и слона, и кого только ты хочешь. Мне слон не нужен. Слон не нужен? Ну, слава богу, хоть слон не нужен. У нас есть уже корова. Да. Там, в комнате. Давай все. Уже вообще-то 10 часов, мы только спать ложимся. Все, Мак, всем пока, говори. Пока. Пока. Все, пока, ребят.